Сергей Арно. Да и сказать-то нечего. Сразу спеть. Звук нормальный, как. Ну, по ходу там еще определился. Я в 70-х еще годах начал приезжать на Камчатку на гастроли в составе разных групп от Ленконцерта и Ленинградской филармонии, где я работал музыкантом. То есть повезло нам, что вот на Дальний Восток были поездки, в частности, на Камчатку, конечно же, с удовольствием, разинув рот, смотрел на красоты, значит, Камчатки. Это первая поездка была в 70-х, а уже в 81-м появились у меня первые песни о Камчатке, потому что не написать о ней невозможно было. Поэтому сегодня спою и о Камчатке, и те старые песни, которые сюда уже поступили из Ленинграда, наши общие друзья привезли записи, и вот мое поколение, моих друзей камчатских, эти песни старые знают, они хоть и старые, но еще петь их можно, не все, конечно, я помню, но кое-что сегодня вспомним, да. А вот Петров, да, он все знает, все эти песни. Но сейчас ребята приготовились, сейчас для настроения, чтобы сразу войти в тему, чтобы настроиться на нужный лад, споем все вместе. И песню под названием «Синяя бухта». Если кто-то ее не слышал, слова там простые. Саша, какие там слова? «Эту сильную синюю бухту по сей день Посейдон посещает». Поем. Сильную синюю бухту по сей день Посейдон посещает. С двух сторон, как в уютную муфту, ветер руки помещает. С двух сторон, как в уютную муфту, ветер руки помещает. Может, я повторяюсь о море, может, я о горах повторяюсь. Их ничто меж собой не поссорит, это я теплокровный стараюсь. Значит, выпрыгнувшими увидим из-под ног эти нервные горы. Значит, ретушью не обидим то, что в душе дано и в поры. Сильную синюю бухту по сей день Посейдон посещает. С двух сторон, как в уютную муфту, ветер руки помещает. С двух сторон, как в уютную муфту, ветер руки помещает. И поймем, что мешки морские под глазами у скал от бденья. Может, надо зачать в стихии что-то новое во спасение. Но с уклоном солнца от истин вечереет беспечный разум. Опускаясь, черствеют кисти, наступает иная фаза. Эту сильную синюю бухту по сей день Посейдон посещает. С двух сторон, как в уютную муфту, ветер руки помещает. С двух сторон, как в уютную муфту, ветер руки помещает. Вместе эту сильную синюю бухту по сей день Посейдон посещает. С двух сторон, как в уютную муфту, ветер руки помещает. С двух сторон, как в уютную муфту, ветер руки помещает. Молодцы!